Сегодня на конференции присутствует 42 делегата от первичных отделений Движения Первых. Движение Первых – общероссийская организация детей и молодежи, созданная по инициативе президента страны в прошлом году. Фактически она объединяет группы активных школьников и студентов, которые радеют за будущее государства и своих городов. Сейчас в движении состоят более 4500 анапчан. Сегодня, в День Конституции России, на курорте прошла первая муниципальная конференция. Инициатива президента Российской Федерации позволила нам объединиться и объединить наши усилия в деле воспитания подрастающего поколения, в деле правильного формирования современной молодежи Российской Федерации. Я желаю нашей Анапской конференции местного отделения успешной плодотворной работы достичь тех целей, которые мы сегодня перед собой ставим. На заседании был создан совет участников обучающихся, избран председатель и его заместители. Первичные отделения движения начали открываться в городах Кубани с января 2023 года. На сегодняшний день в Анапе существует более 40 таких отделений. На территории муниципального образования реализованы следующие проекты и акции, в которых приняли участие активисты первичного отделения движения Первых. Всероссийские акции – это «Окна Победы», «Классные встречи», «Хранители истории», «Книга другу», «Портрет эрмитажного кота», «Марафон культур», который был посвящен Дню народного единства, всероссийская акция «Привет первых», посвященная Всемирному дню приветствий, всероссийские акции «Завтрак для мамы», «Читай с первыми», «История моей семьи», «Папин день календаря», «Поиск желаний». На конференции были подведены итоги уходящего года, а также намечен план работы на декабрь. Также активисты сформировали делегацию местного отделения для участия в итоговой региональной конференции. А в завершении мероприятия участникам движения первых были вручены значки. Это историческое событие пройдет 10, 15, 30 лет, 50 лет, а вы все равно будете первые. Вы будете самые первые. Поэтому я вам искренне желаю, чтобы вы стали гордостью нашей страны. Вы знаете, развитие любой территории, развитие любого города, любого общества зависит исключительно от людей. Вот вся эта инфраструктура, которая появляется, это всего лишь плод деятельности тех людей, которые живут на этой территории. И я глубоко убежден, что именно на ваши плечи ляжет модернизация нашей страны. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.